И очередной раз мы собрались в Чеченской Республике по зову сердца, по призыву главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который с начала военной операции взял на себя основную нагрузку именно по отправке местам проведения СВО бойцов из Чеченской Республики, в частности из Росгвардии, СМД и наших боевых товарищей, боевых братьев, добровольцев из всей нашей необъятной родины России. Вы проходили учебку на территории Российского университета спецназа. Мы надеемся, что вы обновили свои навыки, исходя из того, что среди вас есть много и бывших сотрудников, бывших бойцов, участников военных операций. Благодарим от вашего лица и от руководства республики, руководителей, а также инструкторов Российского университета спецназа. Также хотелось, бойцы, от вашего имени поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, общественный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова, нашего первого президента Чеченской Республики, который с начала военной операции на территории Украины Донбасса обеспечивает нас всем тем, что необходимо именно для бойцов. Бойцы, берегите себя, поддерживайте друг друга. За нами правда. Хочу поблагодарить вас. Вы приехали в огромную, необъятную нашу страну из разных уголков, чтобы присоединиться к нашим бойцам. Желаю всем удачи и чтобы вернулись своим родным, близким, здоровым, живыми. Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху!